Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, коллеги. Я Чубыкина Татьяна и Ирина Русакова. Приглашаем вас на семинар-тренинг «Профилактика конфликтов и защита медицинской организации». Немного о нас. Ирина Русакова, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, врач-эксперт, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения. Я Татьяна Чубыкина. Работаю на этой же кафедре общественного здоровья и здравоохранения старшим преподавателем, дипломированный специалист MBA по стратегии, заместитель главного врача по развитию одной из городских больниц города Екатеринбурга. Я бизнес-тренер и коуч. Почему было бы полезно побывать на нашем тренинге-семинаре? Ну, во-первых, мы будем обсуждать только практические вопросы. А во-вторых, вы узнаете, как защитить юридически вашу организацию, узнаете некие правовые нормы. А и в-третьих, мы с вами научимся увереннее чувствовать себя при общении с конфликтными, с возбужденными пациентами. Научимся работать с их возражениями. Будут лекции, будет индивидуальная и групповая работа, будут ролевые игры. С большим удовольствием ждем вас, дорогие коллеги. Надеюсь, что все вместе мы сделаем наше российское здравоохранение значительно лучше.